Рыбнице стартовал чемпионат «Исток». Это сплав айквиза и олимпиады. В спорте и интеллекте сразились 7 команд из разных городов Приднестровья. «Исток» придумали в Рыбницкой гимназии 17 лет назад. Потом игру подхватила вся республика. Расшифровка этого названия «Исток» – объединение интеллектуальных, спортивных, организованных, культурных и талантливых ребят. Было бы неплохо, что участники «Страны легенд», чтобы тоже примкнули к нам, чтобы у нас был такой интересный взаимообмен интеллектуальный. «Исток» проходит 3 дня. Сегодня личное первенство по 2 человека из каждой команды. История цивилизации, география, английский и не только. За 15 минут участники ответили на первый блок вопросов. Антоним слова «мгновение» – вечность. Антибактериальное вещество, выделяемое растением – фитонцид. Было сложно, так справился, так себе. Много из них из школьного курса было, действительно, но... Они также были еще и налоги в комнате, большинство зданий. Вот мне вот это вот нравилось. С некоторыми справился, но были и как сложные задания. Например, что выделяется, какие полезные вещества выделяет дерево. Не справился с этим. Еще одно испытание – мемори. За минуту запомнить 10 предметов. Записать их надо на английском. Дальше – конкурс «Меломан». Участники называли исполнителя или автора мелодии. В плейлисте «Истока» – классическая музыка, «Битлз» и современные хиты. Я очень хорошо заострила свое внимание на классической музыке, а в современной я довольно хорошо знаю и так. Страны повторяла, английский под свой, подучила. Участники интеллектуальной битвы покажут себя и в спортивных соревнованиях. Завтра командное первенство для капитанов – блиц-турнир.